Шалом! Нас, евреев, так много разных течений. В иудаизме есть сатмарские хасиды, есть хасиды Гуры, есть хасиды Хабад, есть хасиды, есть Миснагдим, те, кто не хасиды, есть литовские евреи, есть мы, не знаю, ашкеназы, сефарды. Нас так много. Почему? Неужели это правильно? Почему нужно, чтобы мы все были поделены, да? Кто-то это устражается, кто-то нет, у кого-то такое служение, да? Почему есть такое разделение и действительно ли оно так важно? В свое время, когда я задавала этот вопрос, мне показали на очень легком и классном примере, который мы можем показывать даже нашим детям. Представьте себе, что есть царь, который правит государствами, и ему для того, чтобы или идти на войну, или для того, чтобы нормально функционировать, нужно войско. Так вот, если это войско будет состоять только из летчиков, то царь при первой же войне проиграет. Почему? Потому что у него есть только летчики, у него нет танкистов, нет снайперов, да? Но что это за войско такое сильное? И чтобы это войско было сильное, оно должно быть, да, в этом войске должно быть много разных специалистов. Должны быть и танкисты, и летчики, и там в подводной лодке, и снайперы, да? Каждый, все должны быть разными, все должны отвечать за свою какую-то задачу. Именно поэтому мы, еврейский народ, мы поделены, у каждого есть свое служение. Для Всевышнего достаточно, чтобы какой-то человек просто одел кипу, и он уже будет праведником для Всевышнего, и уже Всевышний будет получать от него радость. Но знаете, что важно вот в этом разделении? Я сейчас вам расскажу историю, от которой будет немножко понятно, что же важного вот в этом разделении, что самое главное, чего не надо делать. Однажды в одном местечке жена одного хасида, рав Йосефа из Скотска, если я не ошибаюсь, она смотрела в окно, раньше же окно было вместо телевизора, было приятно понаблюдать за прохожими и за тем, что делают соседи. И вот она смотрит в окно и видит, как проходит ее сестра, которая вышла замуж за тех, за сторонников нехасидизма, да, за литовского еврея. Вот. И она, значит, открыла такое окно и говорит ей: «Да что ты имеешь против хасидизма? Что ты имеешь против моего мужа? Мой муж с утра до вечера постится». И в это время этот рав Йосеф, он просто встал, побежал на кухню, схватил кусок пирога и съел его. Сказал благословение и съел его. Почему? Чтобы не возгордиться. Чтобы не появилось вот этого чувства гордости. Мое течение самое правильное, да я такой-то. Он съел, он нарушил пост, который он постится для Всевышнего, который всегда постился, чтобы не было вот этой гордости, потому что она мешает, когда нам кажется, а мы самые лучшие, а ты делаешь неправильно, а почему это ты свечи не зажигаешь? Это самое то, что нас может разделять, потому что на самом деле каждый из нас важен для Всевышнего. Каждый из нас может сделать что-то маленькое для Всевышнего, и не важен уровень нашего соблюдения. Всевышнему просто важна вот эта вот мысль, что Всевышнему, я хочу сделать тебе приятно, пусть я не знаю все заповеди, пусть я не каждый день радую тебя, не каждый день выполняю какие-то заповеди, но я сделаю что-то маленькое. Я знаю, что это тебя порадует. И я знаю, что я не умнее, чем все. Да, вот эта вот гордость, она лишняя. Мы все нужны, мы все важны для Всевышнего. Мы, да, такое войско. Кто-то из нас танкист, кто-то летчик, кто-то снайпер, не знаю. Но мы все важны для Всевышнего. Пусть у нас будет получаться радовать Его, любить друг друга, проявлять Аават Исраэль для всего народа Израиля. Вот. Всем спасибо и хорошего дня. Пока-пока.